biggest club in the world. Record Club. Lady Vox. Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. 7 минут после полуночи я лидер в студии и играю для вас в эфире Рекорд. Рекорд Клаб до часа ночи. Рекорд Клаб. Леди Вакс.
Everything I do gonna be fun. Вот, к примеру, сегодня у меня гуру Брейкса, диджей Квест. Уже скоро уступлю ему место у пульта, а я в это время буду общаться с вами, уважаемые радиослушатели. Общаться мы будем на тему Нового года. Хочу я знать, где и с кем вы будете в новогоднюю ночь. Поделитесь вашими планами в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Cocaine in my nose, and got rose in my cup, though. Shawty climbing my pole, she got me
of timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunk all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunk all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunk all night, no breaks or timeouts. Hey, the block is on my face. My vision giant like Andre. Got good play like John Wayne. My weed loud, that strong J. Hey, the block is on my face. My vision giant like Andre. Got good play like John Wayne. My weed loud, that strong J. Hey, the block is on my face. My vision giant like Andre. Got good play like John Wayne. My weed loud, that strong J. Hey, the block is on my face. My vision giant like Andre. Got good play like John Wayne. My weed loud, that strong J. Game time, better come correct. Game plan is your best, then you will get left.
девушек, а я в сети читаю ваши комментарии в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Тема нашего сегодняшнего эфира – новогодняя ночь. Поделитесь вашими планами на ночь с 31 декабря на 1 января. Если планов нет, то давайте выдумаем их вместе и найдем вам компанию. Все там же, группа «Радио Рекорд ВКонтакте». А если не хотите, делитесь. То тогда просто слушайте нас, по возможности смотрите видео, лайв-трансляция идет прямо сейчас на Фейсбуке. Адрес facebook.com/ladyvaxofficial. Всем привет еще раз, это я, Леди Векс. Сегодня у меня гость в студии DJ Quest играет для вас прямо сейчас. Ну а я хочу зачитать парочку сообщений, что написали в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Вот, например, Юлия Маркова пишет: ребята, помогите, давно не была на сайте Рекорда, не могу найти прямой эфир. Все очень просто, там сверху кнопка play жмешь, ну а лучше подсоединяйся к видео лайв-трансляции facebook.com/ladyvaxofficial. Далее, что еще пишут, что нам пишут. Новый год. Ребят, я хочу вас знать, какие планы на Новый год. Вот тут про мой день рождения пишут. Я обязательно про него вам чуть позже расскажу. Рада видеть в прямом эфире. Можно ли узнать, ремонт когда-нибудь планируется завершить? Я думаю, в следующем году точно все будет. Record Club. Lady Vox. Get down, get down.
ж, опять немного сообщений из группы «Радио Рекорд ВКонтакте». Антон Шевченко пишет уже третий год подряд. Буду отмечать в гордом одиночестве с «Радио Рекорд» зачетные ночные треки. Антон, давай ищи компанию. Зачем же в гордом одиночестве? Гордость – это хорошо, но все должно быть в меру. Далее пишет нам Максим. Максим в Новый год решил таксовать, разводить людей по гостям. Тоже нормальная тема. Зарядишься хорошим настроением, заработаешь бабла и отметишь свой Новый год 1 числа в крутой компании. Ну, а у вас какие планы, ребята? Пишите в группу «Радио Рекорд» ВКонтакте. Ну и, конечно же, мой гость сегодня, диджей Квест, Саня Александр. Камон, расскажи свой план на Новый год. Где будешь, с кем будешь? Буду со своими друзьями. Всем привет, да, извините. Всем привет, рад приветствовать. Да, привет, «Радио Рекорд». Готовьте свои перепонки к своим соседям, если вы дома. А Новый год буду в отличной компании встречать, очень далеко. Ну, рассказывай, можно сказать, дома. Да, так, во, без подробностей, но можно сказать. Во Вьетнаме на отличном фестивале будем купаться в море, играть музыку. Эпизод будет называться. Эпизод, без меня, кстати, без меня. Я в этот раз я воздержусь, а потом нагоню. Я буду рядышком в Муйне тоже, в Вьетнаме. Вот, пока парни там, республика счастья, все дела. Я в это время тоже буду наслаждаться счастьем и думать о вас мысленно. Мы будем вместе в одних часовых поясах и... Вот, в общем-то, а у вас какие планы, друзья? Пишите, группа «Радио Рекорд» ВКонтакте. Но сейчас продолжаем. Я Леди Лекса и Диджи Клэ. Сегодня у меня в гостях, играем для вас. Бам! Lamborghini designing. So when you park it, make sure you recline the seat comfortable like in a bed. Just pull up to me,
12:36 в ночном Санкт-Петербурге. Квест обещал играть мясо, и он играет мясо. Я смотрю, то, что вас это радует, меня это тоже радует. И классно, что мы все такие радостные, ведь до Нового года осталось всего 2,5 недели. И у наших ребят, вот тут вот, например, Валерий, как я понимаю, с Украины. Нет, из Крыма, всем привет. Прошу прощения. В общем, работает на скорой в ночь новогоднюю. Нет, и 30-го, и 1-го он работает. Вообще путаница какая-то у меня, все. Так вот, в Новый год он будет с семьей дома. Валерчика, знаю аватарку, все время за нами следит, все время где-то рядом. Вот, привет семье, Валерчик. Затем Константин пишет: на следующей неделе в Муйне и до февраля. Там сейчас погода как-то не радует. Уже почти неделю дождь не прекращается. Константин, фигня все это. Я вот тоже в Муйне поеду. Играю там в новогоднюю ночь в лайнапе. Приходи, но до этого я загляну в Австралию. Уже через пару дней улетаю в Австралию. Выступлю там, захвачу солнце и привезу в Муйне. В Муйне буду 29 декабря. И солнце будет, отвечаю вообще. Далее, банально, на Новый год с семьей пойдем крестные, ну а после 12 они с семьей к нам, благо мы живем на 9, а они на 10, вот пишет нам Иван. Так, квест, ты лучший, привет, это ученика, завтра у нас занятие, квест, ты слышишь, ты лучший, и ученик тебе пишет. Значит, он тоже будет лучше. Ученика зовут Александр. У тебя и имя такое лучшее. Далее, на Новый год буду один тосковать о моей любви, которая не со мной. Может быть, в следующем году все поменяется к лучшему. Только ломаные ритмы будут бодрить меня в эту ночь. Артем, я уверена, что все изменения и все, что происходит, это, конечно, к лучшему. Так что в следующем году будет еще лучше, чем в этом году. Ну, а сейчас мы, Леди Лекс и Диджи Квест, Вертушка, мы продолжаем играть для вас в эфире Рекорд Клаб. Record Club. Dancing like a mad girl.
stop it. Наконец-то опять. Ну что значит наконец? Вот последние. Те, кто не слушают и не смотрят нас в прямой видеотрансляции на facebook.com/dvxofficial и не слушают нас на сайте Радио Рекорд, те не знают то, что у нас появился поэт в наших кругах. Зовут его Руслан. И очередное стихотворение от него. Заразительный привет. From my lovely DJ и с прикбитом в универ. Бодрый парень уже движет. Музыка-то полбеды, я на борде уж катаю. Вот такие вот дела в Новый год. Свой клуб качаю. DJ-квест, добавь огня, чтобы ярче все горело, чтобы колбасило меня и мое больное тело. Что в январе у нас тут намечается большая Breaks and Bass вечеринка, мега-шоу, свет, звук и праздничное настроение. Так вот, хочу пригласить вас на празднование моего дня рождения в Санкт-Петербург, клуб «Космонавт». Ритм будут задавать DJ Quest, Лексани, Out Select, Свош из Ростова-на-Дону, Мисс Манси, Сталина, Low Rider Shit, Smokey Dog, Odin S, Cash из Москвы, Ванила Скиллс, Калининград, Крис, Москва. Ну и, конечно же, я, Леди Вакс. 28 января, Санкт-Петербург, клуб «Космонавт». Мероприятие запрещено для детей. Рекорд Клуб, Леди Вакс. We'll be right back.
друзья, 12 часов 47 минут в ночном Санкт-Петербурге. Это ваш последний шанс рассказать нам, что вы будете делать в новогоднюю ночь. Группа «Радио ВКонтакт», «Радио Рекорд», «ВКонтакт», пишите туда. Ну а тем временем Максим вот пишет: поздравляю друга, который на Новый год будет топтать сапоги в армии. Максим, во-первых, забыл написать, как зовут друга, а во-вторых, это же тоже прекрасно, потопчет один год в армии на Новый год, потом будет что вспомнить все оставшиеся годы. Далее, только включил радио, Александр, доброй ночи, ждем месяца под конец. Под конец, и да, я здесь, Калининград. И привет ждет Кирилл Олегович. Олегович, Кирилл, не забудь, у нас в Калининграде классная вечеринка вместе с фристайлерс в эти выходные. Я думаю, ты в курсе, если ты в курсе, если ты все знаешь. Вот, ну и что, последние минуты у нас идут. Есть вопросы? Пишите. Хотите что-то кому-то передать? Пишите, мы здесь. DJ Quest играет для вас свои последние треки, а я, Леди Вокс, тем временем болтаю. Thank you.
Ха-ха, Михаил Чернышов, отличный ответ. Что я буду делать в Новый год? Я буду отрываться по полной. Ну что ж, а Руслан поедет к своему братану, покажет, нет, точнее, к нему приедет его брат, покажет ему город и сводит его, Руслан, в горы и научит кататься на сноуборде. Вот это тоже очень хороший план. Я вот тоже же буду кататься, но не на сноуборде, хотя я очень люблю сноуборд, буду кататься на кайте. Вот. Далее. Что вы пишете-то? Где вы пишете-то? Хороший трек, где можно онлайн посмотреть. Онлайн можно посмотреть видео лайв-трансляцию на сайте facebook.com/LadyVex. Привет, Lady Vex. Ломай по полной, бомби, передай привет всему Владимиру. Респект и уважуха. Рекорд добра всем Питеру и Витебску. Привет, скоро приеду в гости. Да, конечно, 28 января. Мое день рождения. Приглашаю тебя в гости, Николь. Ах, это же Николь. Мы с Николь даже, можно сказать, так заочно знакомы. Ну что ж, последняя минута, а точнее 7 минут осталось квесту играть для вас в эфире Рекорд Клаб. А мне развлекать вас всячески. Кто смотрит видеотрансляцию, тот знает все, что я умею. Могу даже вот ручку зажимать, как будто бы вот, да, кто видел, тот знает. Я ценил, я думаю, я надеюсь. Вот. Record Club. What you signed up for, man?
последние минуты моего еженедельного эфира я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего теплого, праздничного, хорошего настроения. Ровно через неделю я, Леди Векс, опять тут, и у меня будут гости, а вот Селект Алексани, ну а вот с DJ Quest я прощаюсь до следующего года, точнее, вы прощаетесь до следующего года. Саня, поздравь народ! Ну да, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим годом, пожелать всего, чего вы только сами хотите, счастья, побольше любви, и обязательно встретимся с вами еще. Надеюсь, вам понравилось, всем пока! Да, ну а я еще, у меня будет возможность вам и пожелать, и ровно через неделю, в том же месте, в то же время, я, Леди Векс, в эфире Рекорд Клаб.